25 рублей и ни копейка меньше. Архангельские перевозчики под благовидным предлогом модернизации автопарка активно лоббируют предложение о росте тарифов на проезд в автобусах столицы Поморья. Вопрос цены традиционно увязывается с вопросом качества перевозок. Стоит ли рассчитывать на комфорт и безопасность при цене билетов в 25 целковых? У нас с лета перевозчики решили, что тарифов 21 рубль – это слишком мало, что говорят, что не окупается. И сейчас они начали активно выступать среди общественности везде, что надо повышать тарифы до 25 рублей. Обосновано тем, что в других регионах и городах уже повысили этот тариф. Мы смотрели практику по другим регионам, и там качество услуг, которые оказываются на более высоком уровне. Чем обусловлен рост аппетитов автотранспортников? И до каких пор нелегальные перевозчики, несмотря ни на какие запреты и штрафы, будут колесить по дорогам Архангельска? Непростая тема окажется в центре внимания вечернего выпуска «Автографа дня» в 19:20 на канале ТВ-центр. Таможня дает добро. Официально вот уже 363 года. Сегодня день таможенника России. Праздник довольно молодой, ему всего 21 год. Выбор даты обусловлен историческими предпосылками. В этот день, в 1653 году, появился единый таможенный устав. С этого момента таможня стала государственной службой, предназначенной для защиты экономических интересов страны. Поэтому вопрос, с какой целью въезжаете в страну, задается далеко не из праздного любопытства. Что касается Архангельской таможни, то ее история началась в конце 16 века. С тех самых пор таможня областного центра не прерывала работу ни на один год. Такими результатами не может похвастаться никакая другая российская таможня. Бивни мамонтов уже закуплены и переданы на обработку мастерам-косторезам. В разгаре подготовка к вручению общественной награды «Достояние Севера». Кость мамонта используют для статуэток каждый год. Награда выполнена в форме копии знаменитого обелиска Севера. Впрочем, при изготовлении используют и другие материалы, но в особой цене, конечно, мамонт. Всего статуэток будет три. Их распределят по номинациям: предприятие производственной сферы, предприятие агропромышленного комплекса, предприятие непроизводственной сферы. Кроме того, уже изготовлены золотые знаки с беломорскими алмазами. Их вручат победителю из числа физических лиц. Имена самых достойных узнаем 17 декабря, когда пройдет торжественная церемония вручения наград. Бориса Шергина будут вспоминать в Поморье. 30 октября состоится акция, приуроченная ко дню памяти талантливого писателя, художника и фольклориста. В этот день северяне будут читать вслух лучшие произведения уникального автора, который особо ценил красоту природы, культуру и быт русского севера. Участниками акции станут читатели муниципальных и школьных библиотек Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и районов Поморья. Дополнительная информация по телефону 20 15 76. Хотите стройную фигуру без изнурительных тренировок, укрепить здоровье и отдохнуть? Фитнес для женщин. Клуб «Разминка». Ломоносова, 154. Далее раскроем планы небесной канцелярии. Сегодня днем в Архангельске будет ясный, солнечный, ветер южный до 3 метров в секунду. Правда, температура выше нуля не поднимется, а к вечеру вообще столбик термометра уйдет в минус. Так что будьте осторожны. Программа «Сейчас в регионе» каждый час в эфире. Для вас самая актуальная и интересная информация.